Стой, 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 стой. Покажись, какой ты у нас красивый. Вот здесь посветлее, здесь видно, да? Скажи, совсем кроха, совсем маленький кроха. Да, 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 да. Чего я быстро намоюсь? Все, ребята. Вот это белое пятно, вот эти. Вот это вот белое, видите? Вот это белое. Вот это все куриные блоки. И ребенок ими усыпан. Просто усыпан, ребята. Его мыть и мыть и мыть. Сейчас второй раз намыливать будем. Видите? Ребенок очень сильно заражен весь. И оно не сразу отмывается, ребята. Да, маленький мой. Да, весь шершавый. Сейчас будем еще купаться. И не возмущайся, вода теплая. Да. Первый раз вылила. Сейчас, ребята, будем второй раз. Шампунь луговой, ребята, самый лучший. Самый удобный. Ну что. Да, ребята, вот второй раз намазались. Да, второй раз, ребята. Да, у ребенка куриные блохи, ребята. Его подбросили с какого-то курятника. Мы его сейчас намазали луговым шампунем уже второй раз. Потому что у него ужасно. Просто ужасно, ребята. Вот такие маленькие дети. Друзья, любой из вас может помочь этому ребенку. И не только этому. Где-то остались его братья-сестры. Где-то такая же зараженная бегает мама. Ребят, если вам не трудно, увидев собаку, вы не можете взять ее домой. Друзья, но вы можете купить капельки, любые, самые дешевые, и обработать любую дворовую бездомную собаку. Ребята, пожалуйста, люди, Бог зачтет вашу доброту, клянусь. Пожалуйста, пожалейте их, обработайте. Ну что, ребенок, я тебя искупала, высушила, да, чешется еще чесаться будет дня три. Он очень сильно искусен, ребята, очень сильно. Ну ничего, мы обработались, искупались, высушились, да? А то, что чешется ребенок, будет чесаться еще, ну, дня два будет чесаться, что ж делать? Ну, потихонечку будем. Да, мой золотой, да. И вот так, ребята, целые сутки, пока он ко мне попал, пока мы вчера его вечером подбросили. К сожалению, вчера искупать было нельзя, а вот сегодня сразу искупали. Ну все, пойдем, мой золотой. Пойдем, тебя надо еще осмотреть на свету. Какой ты у меня. Так. Ну, остатки вот этих блох, ребята, они сразу не смываются. Они потом будут вычесываться потихонечку. Но хотя бы их уже немного. Да, мой золотой? А луговой очень хороший шампунь. Да, луговой очень хороший шампунь. И ребенку поможет. Так что все у нас будет обязательно хорошо. Присмотритесь, ребята. Это маленькая крошечная девочка. И она ждет вас. Ну что, все? Высушились, красивые. Да, красивые, высохли. Все. Сейчас пойдем еще капельки. Нет, завтра капельками обработаем. Сегодня хватит. Да? Маленький мой, красивый ребенок. А зубки у нас, ребята, уже очень хорошие. Вот. Видите? Зубки уже очень хорошие. Он просто мелкий. Сам по себе ребенок будет мелкий-мелкий. Да, солнышко? Ну все, покажем мордочку и пойдем. Да, 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 да. Это девочка у нас, маленькая девочка. Ей приблизительно 2,5-3 месяца. Минимум. Так, стой, я выключу.